Соцкультбыт не жалуется. По данным начальника управления городского хозяйства, во всех объектах культуры, образования, социальных и бюджетных учреждениях тепло есть. Но от челнинцев по-прежнему поступают жалобы на холодные батареи и претензии по горячей воде. В день диспетчеры регистрируют до 90 заявок. В обычные дни вот заявок бывает 80-100 заявок. Во время пуска тепла эти заявки достигают до 400, до 500. Вот это нормальное состояние. Эти заявки я не отрабатываю. Нет, это не нормальное состояние. И не 80 должно быть, а на полумиллионный город должно быть на порядок меньше. Все эти заявки отрабатываются, в течение суток снимаются. 84 заявок было, тем более все они сняты. Все вы бодро отчитываете, что все у нас нормально.